Первые результаты многомесячной работы экспертного совета премии «Золотая маска» 2018 опубликованы. Оглашен список номинантов, которые далее будут бороться за победу в конкурсной программе фестиваля. В лонглист самых заметных постановок сезона вошло чуть более 100 спектаклей театров страны. В их числе ульяновская «Капитанская дочка». Это событие очень высокого ранга, я считаю, для нашего театра, особенно и для региона, потому что, во-первых, мы попали, вот, что называется, в лонглист, значит, по решению экспертного совета независимого со своим спектаклем «Капитанская дочка», значит, номинируемся на «Золотую маску» 2018 года. То есть, да, это уже как бы наше будущее светлое. Формируя список номинантов, эксперты посмотрели около 1000 драматических, кукольных и музыкальных спектаклей. Из такого огромного количества известных постановок именитых театров в лонглист вошел ульяновский, еще совсем молодой спектакль «Капитанская дочка». Его премьера состоялась год назад. Поставил его карельский режиссер Олег Липовецкий. В нем занята практически вся труппа театра. Многослойный, созданный с очевидным почтением к первоисточнику, но адресованный современному зрителю, спектакль уже получил высшую оценку жюри фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей 2017 и премию за лучший спектакль. Теперь желаем ему стать золотомасочным. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».